Начинаем концерт. Поют Татьяна и Сергей Никитины. Добрый день. Спасибо большое за ваше внимание к нам. Вы знаете, мы уже, страшно сказать, но 20 лет поем вместе, и вот не прошло и 20 лет, когда мы нашли, наконец, своего зрителя. Это зритель Ленинградской капеллы. Несколько слов о том, чем мы занимаемся на сцене. Если бы нас попросили сформулировать, наверное, точнее всего было бы говорить о жанре поэтической песни. Все, что мы поем, это стихи любимых нами поэтов. Мы поем только тех поэтов, которые нам нравятся, которые нам близки по духу. И вот под этим углом зрения нужно всю нашу сегодняшнюю встречу рассматривать. В качестве ключа нашей встречи может послужить стихотворение Юрия Левитанского. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для двери, меч для битвы. Каждый выбирает по себе шпагу для двери, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе щит и латы, посох и заплаты, мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбираю тоже, как умею, никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя, никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. Диалог новогодней елки. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю, я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порой дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь. Чем же все это кончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела сирень. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько вьюги не кружить. Недолговечный он кабала и попала.
так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри и карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Пам-пам, парарам, 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 парам. Пам-пам, парарарарам, парарам, парарам. Вальс начинается, дайте ж, сударня, руку. Видимо, в прежние времена этому залу в этом году будет 100 лет. В этом зале сидела публика, которая, может, даже французский язык знала лучше, чем русский. Боюсь, что сейчас в зале не так много знатоков французского языка сегодня, но, может быть, именно это и придает нам смелость следующую песню спеть частично на французском языке. Эта песенка была написана Сергеем на стихи Дмитрия Сухарева и Юрия Висбора для фильма «Москва слезам не верит». Связана она с Москвой, с молодой москвичкой Александрой. Не сразу все устроилось, Москва не сразу устроилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена. Найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо. Что бы ни было вначале, удалит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо. La grande usine au cœur d'acier et ses machines sans pitié étouffent la voix des mal-aimés perdus dans la nuit. Mais Moscou est là qui veillera, car sous ses parvis y a des jardins. Elle fera fleurir pour ses convois l'espoir, l'infini. Alexandre, Alexandre, toi si jaune, toi si tendre, prends ma main, allons ensemble vers des lendemains plus doux. Oui, je sais, il y a des larmes qui t'attendent, mais les larmes ne résistent pas ce charme d'un sourire de Moscou. Après les verres, c'est le redout, voici les poètes et les fous qui chante à nos frères Moscou sa robe de printemps. Il va par ses rues et ses faubourgs sous le grand soleil de leur amour. Ils savent que Moscou toujours va vivre longtemps. Alexandre, Alexandre, la jeunesse, la tendresse sont nos plus belles richesses. Notre vie, elle est à nous. Nous la danserons ensemble sur la neige, le décembre. On est toi, on se ressemble, toi et moi, depuis Moscou. Alexandra, Alexandra, что там вьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он отдышится Москвой.
Спасибо большое. У нас еще есть такая побочная, что ли, профессия — быть певцами за кадром в кино. Первый раз это случилось, когда Михаил Травердиев пригласил меня спеть несколько песен в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вот из последних наших работ в фильме «Забытая мелодия для флейты». Музыка ленинградца Андрея Петрова, а стихи написал самодеятельный поэт Эльдар Рязанов. В необычном амплуа нам пришлось выступить, потому что песню, в которой мы сейчас поем, можно условно назвать грустным маршем бюрократов. Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем. Мы бумажные, важные люди, мы и были, и есть, мы и будем. Наша служба трудна изначально, надо знать, что желает начальник. Угадать, согласиться, не спорить, и карьеру своей, и карьеру своей не испортить. Чтобы сдвинулась с места бумага, тут и гибкость нужна, и отвага. Отвага свою подпись поставить или визу, все равно, что пройти по карнизу. Нас не бьют за отказы, запреты. Мы как в танках в своих кабинетах, мы сгораем, когда разрешаем, и поэтому все запрещаем. Нет прочнее бумажной постройки, не страшные ветра ускорения. А мы бойцы, мы службисты, солдаты колоссальнейшего аппарата. Мы бумажные, важные люди. Мы люди. Мы и были, и есть, мы и будем. Мы будем. А мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем. Несколько лет в Ленинградском театре мускомедии работал режиссер Петр Фоменко, и он поставил фильм, который назывался «Почти смешная история», и в этом фильме использовал песню, которую Сергей написал вместе с Виктором Берковским на стихи Александра Величанского под музыку Вивальди. Жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна.
прекрасно, что все мы будем счастливы, когда-нибудь Бог даст. И только ты молчала, 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 и головой качала любви печальный так. А после говорила, поставьте все сначала, мы все начнем сначала, любимый мой. И так под музыку Вивальди, 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 под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок переливы, под завывание вьюги, условимся друг друга любить, что было с ним. Как-то последние годы наши концерты стали носить несколько мемуарный такой характер. Мы вспоминаем то, чем жили, чем дорожили, что на нас влияло. И, конечно, больше всего большая литература, с которой, к счастью, мы дружны были, и наши друзья. И один из таких людей, Дмитрий Антонович Сухарев, он прекрасно известен здесь, в Ленинграде, любителем песен. Это поэт, доктор наук, очень крупный биолог. Мы хотели бы спеть сегодня несколько стихотворений Дмитрия Антоновича. Это стихотворение Дмитрий Сухарев написал в 1980 году. Это очень важно. Называется «Почтальонка». Почтальонка. Почтальонка, тяжела тебе сума? Тяжела моя сума, тяжела моя сума. Все газеты да газеты, дотащу ли их сама, дотащу ли их сама. Тяжела моя сума. Почтальонка, почтальонка, далеко тебе тащить? Тяжела моя сума, тяжела моя сума. Все журналы да журналы, стопудовые тома, стопудовые тома. Тяжела моя сума. Почтальонка, почтальонка, обошла ли все дома? Обошла я все дома, обошла я все дома. Разнесла газеты письма, тяжела моя сума. Обошла я все дома, тяжела моя сума. Почтальонка, почтальонка, ты снимай свою сумму. Не могу снимать сумму, не могу снимать сумму. Там на донце похоронка, не могу читать кому. Там на донце похоронка, не могу читать кому. Похоронка, похоронка, серый камень на груди, серый камень на груди, стопудовый на груди. Говорила баба Настя, в почтальонке не ходи. Говорила, говорила, в почтальонке не ходи. Почтальонка.
А вот стихотворение, которое называется «Две женщины». Это стихотворение посвящено двум ближайшим родственницам поэта. Одной тогда исполнилось всего лишь 5 лет, сейчас ей уже 16, а другой тогда было несколько больше. Две женщины проснулись и глядят, проснулись и глядят в окно вагона. Две женщины умылись и сидят, друг дружку наряжают благосклонно. Цветами примеряют кружева. Им так охота выглядеть красиво. Одна из них под платьев износила. Она 5 лет на свете прожила. Одна 5 лет на свете прожила и повидала разного немало. Другая 5 смертей пережила и 5-й свой 10-й разменяла. Две ясности, две хитрых простоты играют дурачка на нижней полке, а сам дурак лежит на верхней полке, заглядывая в карту с высоты. Там на заход валетик желторотый, там над бой 4 короля, там козырями черви под колодой, за окном летучая земля, и карты сообщают так немного, и там земля летучая легка, и так длинна, так коротка дорога, что можно спать, не слушая гудка. И карты сообщают так немного, и так земля летучая легка, и так длинна. Коротка дорога, что можно спать, не слушая утра. Тарантас назывался рвою,
и душа рисовала картины в тоске, будто еду в Орле на своем пешаке, а Чинганские горы царят на реке и безумно прекрасны собою. Но прошло мое детство, и юность прошла, и я понял, не помню какого числа, что сгорят мои годы и вовсе дотла под пустые кадым разговоры. И тогда я решил распроститься с Москвой и вдвоем со своею еще не вдовой в том краю провести свой досуг трудовой, где сверкают Чинганские горы. Золотая причула, где чинара притулилась под скалою, как тебя жужжит над ухом вечная пчела. Причмула, причмулы, причмуле, причмулу, причмулохую. Мы залезли в долги и купили арбу, запрягли кишака со звездой во лбу. И вручили свою отпускную судьбу и шагу на таку Туркестана. А на Крымском мосту вдруг заныло в груди, я сорвы разглядел сквозь туман и дожди, как Чинганские горы царят впереди и зовут и сверкают чеканно. С той поры я орву оживаю свою и удвоил в пути небольшую семью. Будапешты, Калуга, Париж и Дельбью любовались моею орлою. На Камчатке и шах угодил полыню, а мои дети орут, а я песню пою. И Чинган освещает дорогу мою и безумно прекрасен собой. Сладострастная отрава, золотая бричмула, где чинара притулилась под скалою, про тебя жужжит над ухом вечная пчела. Бричмула, бричмулы, бричмуле, бричмулу, бричмулою. Сладострастная отрава, золотая бричмула, где чинара притулилась под скалою, под скалою, про тебя жужжит над ухом вечная пчела. Бричмула, бричмулы, бричмуле, бричмулу, бричмулою. Имен, дорогих нашему сердцу, к ним относится Геннадий Шпаликов. У Шпаликова вспоминается модный предвоенный фокстрот в одном стихотворении. Начало лета, 41-й год, и молодые люди танцевали под Рио Риту. Кончится война, Рио-Рита, Рио-Рита.
танцевальной 41-й год. Городу провинциальный летняя жара, на площадке танцевальной музыка с утра. Риорита, риорита, соло на трубе. Шелюр не обрита, но не приселева. Ты ничего, что немцы в том шинок сильна пора. Через месяц и не больше кончится война. Риорита, риорита, страна не пожалеет обо мне, а обо мне, товарищ, заплачу. Вольным, вольная воля, ни о чем не грущу, вздохом чистое поле себя отпущу. Но откуда на сердце вдруг такая тоска? Жизнь проходит сквозь пальцы желтой горстью песка. Там за рекою лошади бредут, они на том, а я на этом берегу. Как медленно они переступают, гаснет медленно осенний день, и книгу старую я медленно
Майдан. Майдан, нельзя сказать, что это площадь, это что-то большее, это место, куда собирались люди, чтобы петь, чтобы общаться на собрания, для торжищ. И вот герой этого стихотворения провел свою жизнь на Майдане и ушел в последний путь со своего Майдана. После смерти Высоцкого мы посвятили эту песню его памяти, потому что мы считаем, что это тоже народный певец, у которого был свой Майдан, Таганская площадь. Переведи меня.
плачет женщина, я был когда-то с нею. Теперь пройду и даже не узнаю. Такой фильм «Точка, точка, запятая». Его поставил Александр Митта. Это все еще было при жизни Владимира Семеновича. Песни писал для этого фильма любимый нами автор Юлий Ким. И вот ему заказали песню для восьмиклассников, так называемых хулиганов. Но сегодня мы их называли просто неформалами, просто развитые дети. Юлий Ким человек талантливый, плодовитый чрезвычайно. Он написал 8 вариантов. Но один из вариантов был а-ля Высоцкий. Это даже не шарш, а скорее дружеское подражание. Малютка Илья Муромец понял себя не сразу. Бывал, кого тронет, тот сразу инвалид. И вот они собрались, кто без носа, кто без глазу. Свели его в милицию, а он и говорит: я, Муромец Илья, недавно из пеленок, не трогайте меня, я маленький ребеночка, не мучайте меня. Милиция заплакала, и мальчика простили, и сразу он на радостях крепко всех обнял, и тут всю милицию в больницу уложили, ах, бедная малюточка, опять не рассчитал я. Муромец Илья, недавно из пеленок, не трогайте меня, я маленький ребеночка, не мучайте меня. Ах, бедная малюточка, и силушка не шуточка, и что с ним делать, думали, и вот малютка Илья Муромец, теперь у нас Тимуровец, старушек переносит через переход. Я, Муромец Илья, недавно из пеленок, не трогайте меня, я маленький ребеночка, не мучайте меня.